Салют всем, на связи Савченков Иван, также известный как Дон Хуан, это школа «Сам себе битмейкер», и сегодня я бы хотел поговорить с вами о том, как сделать кочевый бит. Да, эта тема уже не раз мной освещалась и многими другими авторами уроков, но тем не менее я сегодня решил затронуть именно ее, а точнее сегодня я бы хотел разобрать эффект свинга, то есть смещение звуков относительно сетки в пианорол. Будем работать при помощи плагина BeatMachine, я о нем уже рассказывал, вот в одном видео просто обзор, во втором видео я рассказываю о том, как добавить инструменты, вернее каждый из звуков на свой канал в микшере. Так, и давайте теперь приступим. Давайте начнем с того, сейчас я сделаю привязку к сетке Line, и создадим обычный, простой бит. Ровный. Сейчас я выровню ноту. Вот. Ровный бит. Скажем, вот такого типа. Ну и можно хай-хеты добавить сразу. Такой бит. Но он вроде бы и нормальный, но в то же время хочется сделать из него чего-то более, ну, такого живого и кочевого, да? Потому что он какой-то плоский. Для этого нам нужно применить эффект так называемого свинга. Свинг — это смещение ноты относительно сетки. Итак, нам надо сместить, вот я хочу вот в этом месте сделать так называемое смещение. Для этого лучше сделать привязку к сетке 1/6. И, к примеру, мы хотим сместить на один квадратик. Всего лишь на один. Да? Вот уже появилось какое-то такое интересное звучание. Так как-то плоско. Так становится более уже интересней. Но возникает момент. Многие очень часто допускают ошибку именно вот при этом деле, поэтому я записал этот урок. То есть мы один кик сместили, но если мы его смещаем, то нам надо смещать и другие тоже. Ну, как бы не все другие, потому что это будет непонятно что. Вот, например, когда у нас идет два звука подряд. В этих случаях нам нужно делать смещение. Если мы сместили вот здесь, то нам нужно сместить здесь. Потому что здесь тоже, вот видите, два звука подряд идет. Идет кик и сразу снейр. То есть здесь оно ты-дын, ты-дын, а здесь ты-дын. Не очень. Но а если мы сместим... То есть чувствуете разницу? Уже намного лучше. Плюс, что я хочу еще сказать. Желательно, ну как бы даже не желательно, а обязательно делать смещение одинаковое у всех. То есть если мы сделаем здесь на один квадратик, здесь на два. То уже что-то не то, ритм меняется. То есть, если мы сделали здесь на 2, то нам надо и здесь на 2 делать. Допустимы смещения не на целый квадрат, да? А, например, здесь и зажать Alt можно, не привязываясь к сетке. Вот так как-нибудь можно пробовать. Это задаст эффект живой игры. То есть это еще не целый квадрат, а всего лишь маленький-маленький кусочек. Мизерные различия можно делать и не больше. Надеюсь, вы поняли, что я имел в виду. Надеюсь, вы больше не будете допускать таких ошибок. Если вам понравилось это видео, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. В скором будущем я выпущу новый бесплатный видеокурс. Поэтому следите за новостями, подписывайтесь на социальные сети и в комментариях задавайте вопросы. Вопросы, мне нужны ваши вопросы. Ну и делитесь этим видео, если оно вам полезно. Всем салют, всем мира, счастья, всем peace.